Баруха Тадонай Адонай, Элогейну Мелеха Олам, Ашер Бахарбану Венатан Лану То, Баруха Тадонай Адонай, Натан Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Аминь. Значит, нынешняя недельная глава называется Азину, и, собственно говоря, содержание этой главы можно прочитать в предыдущих, в последних стихах предыдущей. Вот, и изрек Маше вслух всего собрания Израилева слова песни этой до конца. То есть практически все содержание этой главы занимает слова песни Маше, это пророческая песня. И начинается эта песня такими словами. «Внимайте небеса, и я говорить буду, и дослышит земля речи уст моих». То есть Маше призвал во свидетели небо и землю, и нечто возвестил Израилю. Собственно говоря, для чего призываются свидетели? Свидетели обычно призываются для того, чтобы участвовать в свадьбе. Или свидетели призываются для того, чтобы участвовать в суде. И по содержанию этой песни мы можем увидеть, что здесь, собственно говоря, речь идет как об одном, так и о другом. В начале Маше возвещает о том, что ну кон конец предыдущей главы он говорит, что я знаю, что я отойду, и вы будучи жестоковыми, если при мне грешили, так без меня и подавно будете. Значит, и дальше в этой песне он излагает определенные, скажем так, исторические вехи, предстоящие Израилю, и отступничество, и наказание. И это, собственно, то, что связано с судом, с судом Господа со своим народом. Значит, но это все приводит в конечном итоге к искуплению, и к радостному торжеству, в котором участвуют уже не только Израиль, но и все остальные народы. И книга Откровения нам показывает, что это будет свадьба жениха и невесты, в котором будут участвовать все искупленные. Собственно говоря, эта недельная глава очень, кстати, перекликается с праздником, который мы праздновали в четверг. В диаспоре и в пятницу, вы знаете, что в Израиле праздник празднуется, если он празднуется один день, то в диаспоре на день больше, то есть два дня. В четверг и пятницу мы праздновали Роша Шана. И буквально пару слов я бы хотел поговорить о Роша Шана, потому что очень хорошо перекликается, собственно, с темой э, суда, суда Божьего. Значит, ну, традиционно он называется этот праздник Роша Шана, буквально переводится «глава года», а не «новый год», как обычно это переводят. Значит, и «глава года» — это, ну, чтобы лучше это понять, нужно иметь представление об устройстве еврейского календаря. Вот у нас сколько новых годов? Один, да? То есть вот год прошел, Начался новый год, и вот с 31 декабря на 1 января мы празднуем, ну, кто-то празднует, кто-то не празднует, значит, встречу Нового года. Так вот, в еврейском календаре 4 новых года. Значит, и вот <связывая> в соответствии с тем, что написано в Торе, значит, первым месяцем должен быть месяц Нисан. Потому что там сказано, что это будет началом месяцев, от него ты будешь отсчитывать месяцы. То есть первый месяц Ниссан. Каким же образом тогда голова года приходится на середину еврейского года? Значит, а тут вопрос в том, как на это посмотреть. Вот когда мы утром просыпаемся, если мы просыпаемся до зари, можем выйти на море и увидеть, как солнце выходит из-за горизонта. Значит, где-то примерно через 6 часов это солнце оказывается в зените, мы называем это полдень. Значит, а еще где-то через 6 часов, ну я так все это усредняю, значит, солнце заходит за горизонт с обратной стороны. И вот, так сказать, пик дня приходится на полдень, и вот этот вот пик мы также можем назвать головой, головой дня. Значит, вот то же самое с еврейским годом. Значит, он приходится как раз на середину календарного года, ну, месячного, скажем так. И это, эту дату используют для начала отсчета еврейских лет. И ведется отчет от сотворения мира. В еврейской традиции, собственно говоря, ну, есть такая идея, что первый Роша Шана был отпразднован, скажем так, или установлен именно в седьмой день творения. О, прошу прощения, в шестой день, именно когда был сотворен человек. Ну, собственно, когда нет человека, кто праздновать будет это понятно. Значит, и считается, что в этот же день человек в Эдемском саду согрешил, и в этот же день был первый суд. Собственно, поэтому и был установлен этот праздник. На самом деле, Библия говорит, ну, как бы, э, тут нужно понимать, что есть много мудрости вот, в еврейской традиции, и мы не должны ее отвергать просто потому, что нам где-то что-то не совсем понятно. Мы должны это исследовать и брать для себя полезное. Так вот, э, собственно... Тора говорит нам о том, что этот праздник называется Йом Труа, День Труп. Ну, в соответствии с еврейской традицией, опять же, в тот самый день, когда человек согрешил, был принесен в жертву баран, из рога которого сделали первый шофар. Говорят, что именно этот шофар трубил, когда Всевышний сходил на гору для того, чтобы даровать Израилю Тору. И, собственно говоря, Всевышний этот праздник заповедал как праздник трубного звука или звука шофара, значит, который возвестил явление Всевышнего своему народу для того, чтобы даровать Тору. И также мы знаем, что этот праздник он не просто как исторический, он и как пророческий, значит, мы можем в Новом Завете увидеть то, что явление Господа всему человечеству будет также сопровождаться звуком шафара. В советское время одна христианская музыкальная группа издала даже альбом, который называется «Трубный звук». Рекомендую, у кого есть желание найти, послушать очень интересное произведение. Учитывая то, что это произведение было создано тогда, когда верующие были гонимы, то есть, собственно, в подполье был написан этот альбом. Вы понимаете, что ну, действительно очень, интересный, очень интересное музыкальное произведение. Так вот, суд. Еврейская традиция говорит, что Бог судит человеческие дела и поступки. И я читаю одну интересную статью значит, ну, вычитал одну интересную мысль. Как бы в комплексе я не согласен с тем, что Бог определяет жизнь человека в вечности на основании его поступков. Мы знаем, что никто не может оправдаться своими делами. Спасение мы получаем по благодати, даром, чтобы никто не хвалился. Значит, но вот в той идее, которая высказывалась в той статье, один момент мне очень понравился. Значит, вот на основании оценки жизни человека можно сделать вывод, что у каждого каких-то поступков больше, либо хороших, либо плохих. И вот в еврейской традиции, значит, человек, у кого плохих поступков больше, называется злодеем или нечестивцем, человек, у которого хороших поступков больше, называется добрым или праведным. Но при этом еврейская традиция предписывает каждому человеку думать о себе, что у него количество добрых и злых дел Одинаково. Для чего? Для того, чтобы совершив следующий поступок, он четко себе понимал, что именно этим поступком он определит, кем он станет. Злодеем или праведником. Понимаете, в чем идея? Когда на обеих чашах весов одинаковое количество, то именно от этого одного поступка или от этого одного слова зависит, кем я буду после него. Понимаете? И на самом деле это очень интересная идея. Значит, точно так же рассматривать это интересно в контексте всего народа. То есть принято рассматривать еврейский народ как ну, равнозначно и... То есть количество праведности и нечестия в Израиле признавать равным. И, соответственно, человек, как часть народа, должен понимать, что он не только свою жизнь и себя переводит в категорию или праведников, или нечестивцев, но он точно так же одним своим поступком может перевести весь народ в категорию либо праведности, либо нечестия. И на самом деле это очень интересная идея которая побуждает нас действительно следить за собой, за своими поступками, за своими словами, судить себя. Потому что Писание говорит, тот, кто судит себя, тот на суд не приходит. Поэтому это очень, ну, собственно, этот праздник, это на самом деле очень важный праздник для нас, потому что в нем можно также увидеть еще и Другой момент. Вот, ну, просто посмотреть так вот на весь год, на весь цикл праздников. Значит, начинается, собственно, история с того, что Бог выводит еврейский народ Израиль из Египта. То есть освободил от рабства, сделал свободными, привел к горе Синай, даровал Тору, сказал, вы свободны, вот вам закон, по нему живите. И остается какой-то промежуток времени, когда, собственно, ни праздников, ничего. Но вот мы слышим звук Шафара, который нам напоминает то, что нам дарована Тора. А стало бы человек вспоминает: Опа, а Тора была дарована, а как я провел жизнь? В соответствии с ней или по своему произволу. Значит, из этого праздника съем Труа начинается десятидневный период, который называется Дни Трепета, и в течение этих дней человек должен сам себя судить для того, чтобы, найти, найдя в своей жизни грехи, сравнивая свою жизнь с Торой, с Писанием, найдя в своей жизни грехи, исповедать их, принести жертвы, соответственно, значит, потому что по окончании этих десяти дней наступает Судный День. И там, мы знаем, присутствуют два козла. Один, который закалывался, и его кровь вносилась во святое святых. А один, над ним исповедались грехи Израиля, возлагались. Этот козел уводился в пустыню, и там его предавали смерти, сбрасывая со скалы. Значит, и мы можем увидеть в этом две стороны жертвы Ишуа. Значит, одна часть — это козел для отпущения. Ишуа спустился в преисподнюю властно подверг позору имеющего державу смерти, уничтожил имеющиеся о нас рукописания, а потом со своей кровью, а не с кровью козлов и тельцов, вошел в небесное святилище и внес выкуп за нас, за каждого из нас. Значит, и что получается? Вот чтобы вы ясно представляли, вот жертва, которая приносилась в Йом-Кипур – она не приносила, точнее, она приносилась только за грехи неведения народа. Предполагая, что в течение десяти дней Израиль исповедует все свои грехи пред Господом и принесет соответствующие жертвы и сделает все необходимое для того, чтобы исправить все, что можно. Понимаете? А стало быть, мы можем сделать такой вывод, что став верующими, для нас жертва Ишуа, она действенна только в том случае, если мы действительно святы, если мы действительно праведны, если мы действительно ходим путями Божьими. Потому что невозможно быть частью Божьего народа, а вести себя так, как будто мы здесь вообще мимоходом. Понимаете? Это очень важный момент, потому что Новый Завет утверждает четко и ясно, если мы, познав истину, продолжаем произвольно грешить, то уже не остается жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда. Поэтому я призываю, чтобы мы вот в эти дни трепета, это на самом деле особое время, когда Бог как никогда близок к своему народу, каждому из нас, для того, чтобы, как написано, «стою у двери и стучу, кто откроет, войду и буду вечерить». Вот, кстати, знаете, тоже это интересная традиция. Откуда? Это еврейская традиция, то есть вот именно в эти дни, в еврейских местечках был такой э, человек, назывался Шульц Кнокер, который ходил со стучалкой такой по селению и всех призывал в синагогу на молитву, на покаяние, на то, чтобы вот действительно подготовиться к празднику Йом-Кипур. Поэтому давайте мы будем действительно исследовать свои сердца, свои жизни для того, чтобы к Йом-Кипуру прийти с уже очищенными, уже освященными, уже вот действительно, чтобы вот если предстать пред Господом, так с открытым лицом и не стыдясь, не пряча своих глаз. Спасибо за внимание.